сейчас прозвучит песня, которую Олег написал 25 лет назад и которую никто никогда не исполнял. И мы не исполняли. Но всегда она почему-то как заноза сидела в голове, и очень хотелось ее спеть. Мне казалось, что ее нужно с таким остервенением петь. Олег мне сказал, нет, ты просто спокойно расскажи историю, как автор рассказал. Про автора расскажет Олег. В моей жизни еще была удивительная встреча. Я ездил в гастроли, подружились с Игорем Тальковым. Мне свои песни показывали, ему очень не нужно, да. Такой суперзвездой, я увидел, например, в стержень. И после его смерти его жена мне подарила стихотворение. И я так написал песню, как будто бы это Игорь написал. А я не понял, почему он не написал. Стихи очень хорошие. А я понял, там нет припева, наверное, у него не получилось. А я вычленил из его стихов одну часть и сделал это припев, повторил, я так делаю, когда я припев, когда все стихи. И получилась песня, я написал, как будто бы это Игорь написал. Я ее предложил сразу Валерию Леонтьеву, три дня тогда дома, но он почему-то не стал петь. А потом я хотел, чтобы Азиза спела с сыном Игоря Талькова, потому что Азиз не дружил, и я с Азизой дружу. Всю жизнь у нас так переплетено, у меня саксофонист была в группе, потом она ушла к Игорю Талькову. Наш звукорежиссер, как я говорю, потом тоже с Игорем стал работать. В общем, суд переплетены. И эта песня относится к жанру воспоминальных песен. Я думаю, что это одна из последних его стихов. Ценой самоотвлечения. Счастье на